Много лет в квартире протекает балкон, управляющая компания устранить течь не может. С такой проблемой в нашу рубрику «Городской дозор» обратилась Галина Бабуркина. В особо дождливую погоду с балкона ее мамы, которой 92 года, выносили по несколько ведер воды. Сама пожилая женщина с огромным трудом справлялась с сезонными потопами. После нашего обращения в управляющую компанию вопрос наконец сдвинулся с мертвой точки. Хочу поблагодарить команду «Городского дозора» за помощь в решении проблемы полупротечки балкона у моей мамы. В настоящее время жилищно-эксплуатационная контора провела большую и сложную работу. Не сразу смогли найти вот эту протечку, но в настоящее время сейчас эта проблема решена. И я желаю всем горожанам обращаться в «Городской дозор», если у них будут какие-то проблемы. На протяжении 10 лет канал 16 помогает горожанам в неравном противостоянии с глухими к их проблемам управляющими компаниями и органами власти. За эти годы наши корреспонденты освещали сотни городских проблем. Наша рубрика – это возможность привлечь к своей проблеме внимание общественности. Протекшая крыша, холодные батареи, отсутствие горячей воды, затопленные подвалы, разрушенные балконы и мусор во дворах. С такими проблемами саровчане сталкиваются регулярно, годами обивая пороги коммунальных служб. Если вам надоели отговорки, звоните в нашу рубрику «Городской дозор». Вместе мы сможем решить любые вопросы. Телефон нашей рубрики прежний – 37 200. Анна Пилипец, Евгений Шикарев, Сергей Рябов. Служба новостей Саров, 24.